Возродим озеро Алысардах. Так назвали свой экологический проект сангарские школьники. Его цель – превратить одно из уникальных мест поселка Сангар в уголок культурного и духовного отдыха населения. Тему продолжит Татьяна Владимирова. Озеро Алысардах расположено на восточной окраине поселка Сангар. По воспоминаниям старожилов, раньше здесь рыбачили и отдыхали на берегу. В данное время озеро Алысардах находится в экологически запущенном состоянии. И поэтому по инициативе краеведов Центра детского творчества и школьников Сангарской гимназии принят проект «Возродим озеро Алысардах». Наш проект по возрождению нашего озера Алысардах был защищен на втором форуме учреждений образования еще в феврале этого года. И мы очень рады, что именно этот проект сразу был поддержан нашей улусной администрацией и поселковой администрацией. По плану проекта были организованы уборки с участием жителей поселка на территории береговой зоны озера. На днях состоялось мероприятие, посвященное открытию обрядовой поляны на берегу озера Алысардах. Провели обряд поклонения озеру, угощая его оладьями и кумысом. Приобщаемся к культуре, духовной культуре именно своего народа. Это и здесь, поэтому здесь и очаг, здесь вот арка, которая напоминает именно вот серьге, якутское серьге. Для данного проекта общество Дэнио отдали 35 тысяч рублей, заработанные благотворительным концертом в течение 3 лет. Планов у юных экологов много. Скорым временем здесь установят мегатас со стихами Игоря Степанова, посвященному озеру Алысардах. Татьяна Владимирова, НВК Саха, поселок Сангар.